возобновляем рубрику «Автохам». Тем более, что накопилось очень много фото и видеоматериалов, на которых видно, как автолюбители нарушают правила дорожного движения. Сейчас мы их вам покажем. Большое количество фотографий поступило от пользователей приложения «Народный контроль» из столицы Карачаево-Черкесской республики, города Черкесск. Местные автолюбители не видят различия между проезжей частью и тротуаром, по которому передвигаются пешеходы, и даже не задумываясь паркуют там свои машины. И еще одно фото из Черкесска. Жители одного из районов города жалуются на автохама, который регулярно паркует машину под запрещающим знаком «Остановка запрещена». Ну и наша любимая – парковка на газоне. Житель Санкт-Петербурга заснял автохама, который не захотел парковать автомобиль в разрешенном месте. И, как видим, в Санкт-Петербурге он не единственный такой автолюбитель. В других регионах автомобилисты тоже не отличаются воспитанностью и знанием правил дорожного движения. Например, в Свердловской области в городе Верхняя Пышма автомобилисты свободно оставляют свои машины на тротуаре, не задумываясь о том, как пешеходы будут передвигаться между ними. А в столице Уральского региона, Екатеринбурге, автохам регулярно паркует свое авто на тротуаре рядом с домом. Мы призываем уважительно относиться ко всем участникам дорожного движения, включая пешеходов, водителей и пассажиров, а также соблюдать правила движения с целью обеспечения безопасности на дорогах. Если вы стали свидетелем подобных нарушений, сообщайте нам об этом через наше мобильное анонимное приложение «Народный контроль». Просьба для обращения делать 3-4 фото с разных ракурсов, по возможности видеонарушения, а само обращение отправлять с указанием даты, времени, точного адреса и максимально точного описания. По каждому случаю нарушений Межрегиональная общественная организация «Народный контроль» направит информацию в соответствующие органы для уведомления, последующей профилактики подобных нарушений и законного наказания нарушителей.